если мужчина не дает свои деньги. Девочки, все очень просто. Перестаньте давать ему секс для начала, а потом найдите себе богатого любовника. И тут варианты два. Либо он в вас включится, либо он просто как слабое звено отвалится. Ой, боже мой, почему я всегда говорю, что не надо считать, что женщина тебе что-то дает? Люди занимаются, блин, любовью. Все, никто никому ничего не дает. Но самое веселое, ребята, вот все, что она описала, это сработает. Это реально сработает. Конечно, не со всеми, а с оленями и куколдами. И когда она ему перестанет давать секс, он это схавает. Когда она найдет себе любовника, он это схавает. Когда он узнает, что она нашла себе у любовника. И самое интересное, что он включится. Я же могу потерять свою женщину. Как это? Это я виноват, это я довел ее до того, что она ушла к любовнику и села на чужой писюн. Это я виноват. Я ее до этого довел, ребята. Вы представляете? Я понимаю, что звучит абсурдно, но тем не менее это будет правда. И он еще, сука, в депрессию упадет. Типа, как я мог? Как я, каким я козлом был? Солнышко, быстренько вскакивай с кочана и беги ко мне. Вот мои деньги, забирай их все. Я тебя прошу, я тебя умоляю. Только не уходи от меня. Такая вот, ребята, херня.